Медработники изучают новую систему обязательного социального медицинского страхования. Эти знания понадобятся им, чтобы подробно разъяснить новшества пациентам. В Мангыстауской области, например, более 4000 медиков поэтапно пройдут трехмесячные тренинги. Они начнутся с середины октября. Медсестры будут обучаться на местах, врачей направят в Западно-Казахстанскую академию в Актобе. Лекции посетят также бухгалтеры, экономисты государственных и частных медицинских учреждений региона. Подготовительная работа заключает в том, что сначала объяснить суть страховой медицины, что изменяется и какие ожидаются результаты, эффективность медицинских услуг, доступность для всего населения, результативность и качество медицинских услуг. Думаем, при переходе, как все развитые страны, при переходе социального обязательного медицинского страхования, у нас также параллельно поднимается, улучшается качество, эффективность, а также доступность для всего населения.